общем, в Калифорнии такая интересная и замечательная жизнь. Каждый одевается так, как ему удобно. А женщина решила выгулять сапожки. 19 градусов. Да, вы видите? Рассказывайте, делитесь в комментариях, как вы ходите в магазин. Я буду использовать внутренние резервы организма. Зайка, купи мне канталупу, пожалуйста. Хотел сказать, дочь тягает тяжелые голодки. Сосиски ушли из нашей жизни. Зайка, я хочу, чтобы ты мне сделала, как в прошлый раз. Расскажите, кто собирал бесплатно кукурузу на поле. Вот трудно выбирать. Пишите комментарии, как вам легче купить, когда вам дают в руки готовое, или когда вы выбираете. А что ты можешь мне приготовить с грибочками? Диван покупать не буду. Не сильно и хотелось. Зайка, смотри, чтобы у них попки были красивые. И просыпается от запаха стейка. Боже мой, как они божественно пахнут. Понюхал сам, дай понюхать другому. Ставь мою тачку в покое, женщина. Твое дело таскать галлоны.